А завтра свет Олимпийского огня озарит сумерки Заполярья. Сюда он прибудет из Калининградской области и обойдет большую часть города. Пламя отправится из спортивной Мекки Мурманска, долины Уюта. Доберется до памятника защитникам советского Заполярья и вернется в центр города на площадь Пять углов. Во время путешествия Олимпийского огня основные транспортные пути города перекроют. Олимпийский огонь прибудет в Мурманск уже в третий раз. 15 октября из столицы Заполярья его отправили на Северный полюс. А через 10 дней лампаду снова встретили в порту города. К слову, побывает у нас символ Олимпиады и четвертый раз в марте на эстафете Паралимпийских игр. Это не единственная возможность, не единственное яркое событие или события, которыми богата Мурманская область. Мы край самым первым. Самым последним снегом у нас прекрасные возможности для развития зимних видов спорта. У нас есть превосходные горнолыжные склоны, которые сейчас переоснащаются. И создается новая инфраструктура, которая позволит еще больше увеличить возможности для развития зимних видов спорта. В общей сложности по Мурманску Олимпийский огонь преодолеет около 17 километров. Его маршрут пройдет по 5 улицам. В сопровождении 300 волонтеров понесут пламя 82 факелоносца. Рада, что выбрали меня факелоносцем. Горда очень то, что в Мурманске вообще проходит такое мероприятие. Буду надеяться, что все пройдет идеально даже, можно так сказать. В день торжества мурманчанам придется потерпеть. Утром 30 октября путь факелоносцев из долины Уюта по городу очистят от припаркованных машин. А с 16:20 перекроют движение по главным транспортным артериям столицы Заполярья. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к мурманчанам-автолюбителям по возможности воздержаться завтра от передвижения на личном автотранспорте. Будет работать общественный транспорт, он будет максимально обеспечивать передвижение людей по городу. Давайте постараемся прожить этот день так, чтобы не создавать друг другу неудобств. А уже вечером в 9:20 на главной площади Мурманска вспыхнет олимпийское пламя. Загорится оно в специальной чаше, подаренной оргкомитетом и партнерами Олимпиады.